say I... Crystal Maiden. Мастер манипуляции с морозом и льдом, Рилай – сам идеал изящества и грации. Воспитанная сбежавшим волшебником, Рилай служит Сентинел своим мастерством в искусствах волшебства. Имея широкий арсенал заклинаний, она несет опустошение среди врагов. Мощными зарядами холод заставляет их бежать в панике или делать неподвижными, превращая в глыбу льда. Враги бьются в ужасе, когда земля вокруг покрывается ослепляющим множеством вспышек холода, стирающих всех, кто встал на ее пути. Пятерых, Антоха. Получилось? Давай, 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 давай! Да, детка. Да. Всем здорово, друзья! Что ж, как вы поняли, да, сегодня гайд у нас на CM-ку. Сегодня 31 декабря, а это значит что? Это значит, что Новый год создается у нас по нажатию одной кнопочки. Друзья, хочу всех вас поблагодарить за то, что смотрите, следите и верите в меня. И смотрите еще раз гайды, фишки, всю тему. Вместе мы шагнули за этот год очень далеко, на самом деле. Маленький шаг для Ютуба, но большой для меня, потому что я делаю для вас контент. Вы смотрите и пилите. Ну и касаемо Real Life, ребят, всем пожелаю. Главное, здоровье. Все остальное приложится. Любите близких и цените себя, и цените всех, кто находится вокруг. Никого не презирайте, будьте честны, не ведите себя как свиньи. Ну реально, ребят, все будет пушкой. Всем спасибо. Ну и что ж, перейдем к гайду. У нас сегодня гайдик на цемочку, тематический персонаж. Я надеюсь, то, что вы увидели, вам понравилось. Это все будет в гайде. В гайде все будет, и, соответственно, там столько всяких моментов. Это лишь маленькая часть. Обязательно, ребят, досматривайте и не скипайте. Ну и что ж, всем приятного просмотра. Итак, первая способность у нас на релайке — это Нова. Нова у нас — это АОЕшка, которая имеет 400 расстояние АОЕшка, и дальность применения будет у нас 700. В зависимости с уровнем прокачки, эта способность будет наносить урон больше. На первом уровне 100, на втором 150, на третьем 200 и на четвертом 250 урона. КД 13 и монокосты тоже разные. Монокост у нас 100, 120, 140 и 160 маны. В чем фишка данной способности, я вам расскажу. Эта способность замедляет после того, как вы ее применили, на оппонента. Оппонент у нас будет замедлен. Замедление также у нас увеличится с уровнями прокачки. 20, 30, 40 и 50% на ласт левеле будет замедление. И скорость атаки также будет замедляться. 20, 30, 40 и 50 единиц скорости атаки будет у нас замедлено. Очень простенькая способность. Легка в применении, наносится урон. И персонаж очень сильно замедлен на 4,5 секунды. Можно эту тему развеять диффузой, другими там юлами, мантами, всем этим можно развеять. И на БКБшного юнита также не будет работать эта способность. К сожалению, на этой карте, на 327 карте, почему-то убрали тему, чтобы вижен давался, когда первый спел кастуешь. Но видите, там просто вот даже микро какого-то вижена даже уже нету. Раньше давалась очень хорошая такая видимость, а у Ешка, к сожалению, сейчас этого уже нет. И касаемо этой способности, в принципе, все. Поехали далее.
Следующая способность на нашем персонаже это Frostbite. У нас Frostbite сделан для того, чтобы замораживать противников в глыбу льда, и они ничего не могли делать. Но, к сожалению, в этой глыбе льда все равно можно что-то делать. Что делать, я вам сейчас расскажу. В общем, смотрите, если у Дума есть, допустим, Скорчит, там и Думчик, соответственно, можно мне прокачать. Вот так вот, хорошо. У нас, допустим, Frostbite вот в троечку, в двоечку, в троечку. Давайте сделаем. И, соответственно, давайте сначала разберем тогда по Frostbite и потом поедем дальше. Смотрите, Frostbite. Это направленное, так сказать, действие. У нас дальность применения 500. У нас персонаж превращается в такую глыбу. Он может крутиться, но не может двигаться. Но кнопки жать в этом Frostbite он все равно может. То есть мы во Frostbite можем нажать даже Скорчит. И в принципе даже Doom можем нажать. Но это лишь, так сказать, малая часть. Видите, оп, Doom через Frostbite мы кинули. То есть это такое, можно сказать, рут, который делает персонажа неподвижными, но и тем не менее мы можем успеть нажать кнопки. Баратрума, у Баратрума есть такая механика. Если вы находитесь в Frostbite, то желательно не пытайтесь давать разбег, иначе он мгновенно прерывается и уходит в КД. К сожалению, вот это вот нужно помнить. Так, ну и касаемо Хускара, помню, Хускар вообще, ему он просто игнорирует этот Frostbite, то есть если вы накидываете вот так Frostbite на Хускара, Хускар берет, чаржится в вас, он просто снимает с себя эту глыбу льда и идет дальше. Очень прикольная способность, длительность данной способности напрямую зависит от уровня прокачки, также у нас... имеется тут дэмэдж в секунду, когда мы находимся в этой глыбе. Смотрите, на первом левеле 1.5 секунды нахождения вот в этой глыбе, на втором 2, на третьем 2.5 и на четвертом 3 секунды нахождения вот в этом вот глыбе, так сказать. И идет периодический урон. Урон идет в секунду. 100 урона в секунду. Очень прикольно, да? На самом деле реально прикольная способность. На 3 секунды еще и 100 урона каждую секунду наносит. Ну и КД 9, 8, 7 и 6 секунд. Монокосты также разные. 115, 125, 140 и 150 маны. Очень полезная способность для ЦМки на самом деле. Знаете, чем она крута? Она действует на героя определенное количество времени, а именно 3 секунды, а на крипов она действует в 2 раза дольше. То есть, соответственно, если мы видим вот тут кентавра в лесу, давайте покажем хп-бар, а то я просто тестил вот, и юзаем ее способность эту на кентавра, и кентавр у нас будет стоять очень большое количество времени, но его будет карать по 50. По 50 дэмэджа, и он почти сразу умирает. Смотрите, 1100 хп почти сразу убило. И поэтому иногда ЦМ-ка, когда уходит в лес, стакает, если у его керри, у его мидера все хорошо и не требуется помощь. ЦМ-ка может отойти аккуратненько в лесос. В лесос, да, в лесос. Отлично. В лесос отойти аккуратненько, пробежаться. Ага, видит крипов, крипа закинула, две тычки отдала. И все, и спокойненько идет дальше. Голда придет, как бы, но нужно желательно оставаться в расстоянии получения экспириенса, тогда будет больше профита. В принципе, очень простенькая способность. И, кстати, ребят, помните, что ЦМ-ка умеет морозить колодец, но, к сожалению, она этого делать уже не умеет. Да, да, это пофикшено. Я вам чуть позже это покажу. В общем, смотрите, поговорим дальше по этой способности. Эта способность, так как у нас направленная, она блокирует солинкой, так же нельзя на БКБшных юнитов накидывать ее, все очень просто. Ну и, в принципе, развеять эту способность, блин, да, она, в принципе, это такой рут, можно сказать, не стан, и развеивать ее очень просто. Та же манта, юл, в принципе, все это будет отлично работать. В принципе, друзья, это все по этой способности. Поехали далее. Касаемо колодца, друзья, не смотрите, сколько тут думов, разницы нету. Касаемо колодца я вам могу показать. Я нажимаю Frostbite и направляю на колодец. К сожалению, колодец у нас не кликабельный стал, но в тумане войны он почему-то до сих пор кликабельный. То есть я могу вот так вот нажать и идти, но как только появляется Vision, ЦМ-ка у нас, к сожалению, давайте мы минус item ghost. Минус item ghost. Вот так вот сделаем. Минус item. Допустим, 74 сделаем. Разницы нету. Когда у нас есть Vision, смотрите. Вот, допустим, направляем. И ЦМ-ка идет. Vision, как только появится, она все, она остановилась и побежала атаковать думов. Она не может морозить колодец уже на 85-й карте. Помните, я на стриме как-то ломал колодец. И как бы... Тогда еще можно было это сделать, но сейчас это уже сделать нельзя. К сожалению, вот так, ребят. Что ж, поехали на третью способность. Да. Что ж, друзья, переходя ближе к третьей способности, хочу сказать вам, что третья способность очень важна
так как наш персонаж является саппортом, зачастую пятой позиции. Кто не знает, видос по позициям и видос также по отводам крипов внизу, ссылки в описании, смотрите, чекайте. И, соответственно, что у нас делает третья способность? Это способность, имеющая глобальное применение. Это аура, видите, такая аура появилась у ЦМочки. И что она будет давать, я вам сейчас расскажу. В зависимости с уровнем прокачки у нас манореген по всей карте, всем юнитам, у кого есть мана, будет повышен. Нашим союзникам это очень важно. Смотрите, насколько будет повышено. На одну, на полторы, на две и на две с половиной манорегенерации. Тут две с половиной единицы манорегенерации по всей карте будет повышен. Но на ЦМ-ку это действует в два раза сильнее. То есть, если нашим персонажам, союзным, дают одну, полторы, две, две с половиной, то нашему герою будет даваться 2, 3, 4 и 5 манорегена. То есть будет уже на лост-левеле 5 манорегена просто так нам будет даваться. Но эта способность не фишка в том, что нам дается, фишка в том, что дается союзникам. Ведь зачастую есть персонажи, которым очень важна мана. И поэтому ауру на ЦМ-ке я зачастую вот максю прям вот просто вот на 7-м левеле в четверку, чтобы у всех была мана и хороший манореген. Более о этой способности говорить нечего. Это отличная аура саппорта. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это уже ультимейт непосредственно. Ультимейт на ЦМ-ке — это жесткая тема, которая имеет АОЕшку 835 вокруг самой ЦМ-ки. Это ченнелинг, который прерывается там станами, свапами, всякой прочей темой, ну и, соответственно, юзаниями наших кнопок. Если мы уже в ультимейте и мы нажмем, допустим, еще раз что-то, то ульт прервется. Это запоминайте. Что у нас будет происходить, когда мы нажимаем ультимейт? Давайте отойдем здесь и кастанем. Смотрите, нажимаем кнопку, и пошло вот такой вот, пошел эффект. Но об этом эффекте тут как бы вот эти вот то, что падают, так сказать, глыбы, это фигня все, ребят. Я вам расскажу, как это работает. Каждую 0,1 секунду вокруг ЦМ-ки создаются вот эти взрывы. На самом деле их не видно. Каждую 0,1 секунду рандомно спавнятся вот эти взрывы и наносят урон. И наносят урон. Минимальное расстояние от ЦМ-ки, которое должно быть, так сказать, которое может быть, так сказать, допустимо для этого взрыва, 195 единиц. Максимально 785. То есть вот так вот рядом с ЦМ-кой постоянно спавнятся вот так вот эти взрывы. И в зависимости от уровня прокачки этот взрыв один, который спавнится в 0,1 секунду, будет наносить 105, 170 и 250 дэмэджа на ласт левеле. Но тут еще есть аганим, о нем мы чуть-чуть позже поговорим. И что у нас еще также тут есть? КД у нас на эту способность 90, монокос 200, 400 и 600 маны. Для того, чтобы понять, как она работает, эта способность, я подойду здесь и кастану. Вы посмотрите, как работает эта тема. Также, ребят, не стоит забывать, что персонажи замедлены по атак спиду и по movement спиду во время кастования нашего ультимейта. А он у нас идет 10 секунд. Целых 10 секунд вот так вот будет постоянно взрываться все рядом. И каково у нас, каков процент замедления персонажей? 30% замедления без аганима. И 30% замедления скорости атаки без аганима. С аганимом поговорим позже. Что ж, нажимаем ультимейт. И смотрите, пошел дэмэдж. Смотрите, как их карает. Смотрите, вы видели, как их сильно покарал? И это только несколько секунд ультимейта. То есть рядом постоянно спавнятся вот эти взрывы. И это очень жестко. Ну ладно, давайте не будем, так сказать, писать ре. Засуицидим их. Поехали, поехали. Смотрите, как сколько дэмэджа. Смотрите. Просто неистовое количество дэмэджа. Ой-ой-ой, как лагает. Ужас. Ужас, ужас. Ребят, не стоит забывать, что этот дэмэдж, который мы наносим, это магический дэмэдж. Магический. Все очень просто. Что ж, так как это у нас магический урон, соответственно, он блочится БКБшкой. На БКБшных юнитов это действовать не будет. Ну и, в принципе, это все. Ребят, сейчас ультимейт был первого левела. Вы видели, сколько дэмэджа нанеслось? Это очень круто. Но не стоит забывать, что это ченнелинг. Что ж, давайте посмотрим, что у нас будет делать аганим. Что он у нас улучшает на этом герое. Поехали. Итак, друзья, поднимаем аганим и смотрим, у нас появляется отличный вот такой вот интересный эффектик на ЦМ-ке. Она становится такая более какой-то красивой, не знаю, проработанной, прям как в начале видоса, да, заценили? Мне тоже понравилось. Но я не извращенец, нет. В общем, смотрите, что у нас увеличилось. У нас увеличился дэмэдж на первом левеле 170 за взрыв, на втором 250 и на третьем 310 дэмэджа.
310 дэмэджа раз в 0,1 секунду рандомно где-то вылетает. Это очень-очень много. Ну и, соответственно, у нас еще увеличивается замедление, которое накладывается на оппонентов, которые находятся, так сказать, в радиусе действия моего ультимейта. Оно равно 50%. На 50% юниты замедлены. И атак спид у них также замедлен на 50 единиц. Это очень, на самом деле, много. Ребят, дэмэдж, который максимально может нанести этот ультимейт, если все взрывы собрать, там больше 30 тысяч урона. Но это невозможно, это лишь формальности. Просто посчитайте, сколько точек, так сказать, есть хитбоксов, но там их очень много, этих хитбоксов, где может спауниться, так сказать, один взрыв. И, соответственно, это очень пушечно. Ну и когда ЦМ-ка нажимает у нас ультимейт, реально, смотрите, какое замедление. Персонажи очень сильно замедлены, они не могут двигаться. И вот такой вот у нас аганим на героя. Ребят, если вы хотите делать комбинации, как сделали это мы в видосе, то аганим просто жизненно необходим, потому что это очень большое замедление, которое позволит обездвижить ваших оппонентов, ваших героев вражеских. Ну и, соответственно, это все. Пожелаю вам еще раз хорошо встретить Новый год, друзья. 31 число. Всем респект, всем спасибо, друзья. Будьте собой, будьте стабильными. Смотрите Хиназиса. И, конечно же, оставляйте комментарий. Нет, вот это не надо. Вот это, пожалуйста, ребят. Я знаю, что вы можете. И оставляйте свой веселый комментарий, как обычно. Все читаю комментарии, ребят. Но, не всем ставлю сердечки. Запомните это. Не всем. Если я вам сердечко не поставил, не значит, что я не прочитал. Я сижу в комментариях постоянно. Так что, друзья, это все. Всех еще раз с наступающим. Хорошо встретить. И хорошего настроения. Смотрите этот топовый видос с множеством моментов, где мы делаем ультракиллы и рампаги с помощью Магнуса, ЦМ-ки и в крайней катке с ДС-ом. Поехали! Всем здорово, друзья! Сегодня мы пожелаем вам приятного, так сказать, наступания Нового года. И, конечно же, мы сегодня придумали видосик с кем? С Антонием. С Антонием, ребят, с Антонием сегодня видосик делаем для вас. У нас сегодня здесь, смотрите, ЦМочка, Магнус. Где Магнус? Магнус убежал. Ну, ребят, и так как это гайд на ЦМку, соответственно, ЦМка это у нас саппорт. Конечно же, пулим сразу нашего мидера, чтобы он жил хорошо. И все было good. Смотри, там понапикали. Пикнули, да. Омника. Блейдмастер, кстати, взял свою сигнатурку. Джиггернаут. Блейдмастер, вот, отлично. И, короче, пожелаем вам приятного просмотра. И, конечно же, с наступающим. Ребятки, друзья, сегодня будем пытаться сделать. Пытаться делать сегодня будем. Ох. Мощный контбент. Мощный контбент. Что будем делать по игре? Антоха, замути вот тут три дерева. Простакаем. О, ну как же без Стони Гианта, да, друзья? Нужно будет простакать лесочек для алхимика, я думаю. Если хорошая линия будет у Магнуса, если он не будет ни в чем нуждаться, то мы будем отходить в лесочек, попутно подфармливая лесочек и подстакивая крепочков. Будем, так сказать, делать свое дело. Вот и все, вот и весь смысл нашего геймплея. Поставим вардик, как обычно, чтобы все было хорошо. И все будет good. Вардики, все будет отлично. Главная задача варды. Саппорт у нас. ЦМочка. Это пятерочка. Строго пятерка. Кто не знает, что такое пятерка, видосик на канале можете найти, посмотреть. Конечно же, каждый персонаж имеет свою роль в нашей игре. Кто не знал, смотрите там, да. Там все, ссылки в описании, там все вот это. И все, и поехали. Я разогрелся. Я только начал. Антон, ты только начал? Так, гоу. Атаку. Смотри, там Дед Мороз выгнал. Дед Мороз выгнал Тиника. Пошел отсюда. И за ним такой еще этот Мороз такой, да? Прикольный эффект. Да, это интересно. Мне нравится, как Дед Мороз пинка дает, Антон. Он просто ногой бьет. А когда он клэпает, он так, так делает. Помнишь же, как клэпает? Вообще кайф. Господи. Что вы сказали Дрю в ту ночь? Опа, омник. Смотри, какой. Интересный омник тут. Тиник, который получил леща от Рошана. Ну, сорян, крипчика переагрил, но... Я такой челик. Я отойду на отвод. Сейчас отведу. Вернее, да, стакну. Неправильно говорить отвод. Отвод это отвод крипов. Правильно? Неправильно.
Ну и пошел в задницу. Да-да. Одному бы человеку полезно бы это было бы запомнить, если он посмотрит это. Да-да-да. Почему я не ударил их? Потому что вот этот хилер, он любит останавливаться. И очень тяжело будет отводить из-за хилера, из-за этого. Из-за хилера. Так, ну и пока мы АФК тут ходим, конечно же, можно сделать вот так вот. Не забывайте, что очень это изи на самом деле скрипочками лесными делать. Все. Должен погибнуть. И этих тоже можно казнить быстренько. Сейчас 115 наберем. Среднего тоже сдуем. Хотя не наберем. Че у тебя там, Антох, нормально все? Ага. Хорошо, тогда я не парюсь, что у тебя там все плохо. Не парюсь тогда. Собираем вот этого. Хорошо. Проблема будет с этим кемпом, на самом деле, отводить его. Отводить его, проблема будет. Вот этот кемп, ага, не отвел. Окей. Окей, хотя должны были отвестись. Все. Иду на руну. Если будет баунти, оставляем алхимику. Нету баунти, значит не оставляем алхимику. Че у тебя там, Антох? Закидывает, да? Да, я бегу, я их. Я бегу на хосте. Колба есть. Антох, сильно не танчит. Черт. Рипел дал прямо в мышек вейв. Я, наверное, заберу его. Забрал. Ну, я отомстил за тебя, каменный повержен. Антох, ты можешь спать спокойно. Когда я пошел Блин, кстати, почему я так крипов безбожно долблю? Неправильно же. Надо забирать тех крипов, которые ты бы не забрал. Так, гоу, мне сапожок нужен. Манку можно брать тоже. Вардики стоят, все хорошо. Смотри, что делают. Ляша делают. Тычку дает, хилюсь. Не дает. Смотри, как агрессивно играет. Сейчас мы решим. Он так еще уверенно побежал в лес за мной. Сейчас мы им покажем. Сейчас, Антох, приду, буду на линии стоять. Тогда, если они стоят агрессивно, будем тоже агрессивно стоять. Амник без маны, но сейчас будет соул-ринг. У меня ТПшки нету. Соул-ринг есть уже. Блин, у меня ТПшки нету. Печалька. Утинит 130 маны, там только аваланч, да. Тоз будет, и все. 170 маны. Мониторю тебе. Хорош. Есть. Омник тоже умрет тут. Есть ТПшка. Поехали. Столько руки поднял, репел кинуть. ПФ, да? Жаль, он ему не помог. Он не помог бы там ничем. Так, печалька, я, наверное, тут не успею отвести, да? Да нет, успеваю. И эти крипы вышли зачем-то. Не знаю, главное вот этот нижний кэмп отвести, и все. Дабл дэмэдж на руне. Но алхимику она точно не нужна, я заберу. Мид пробежимся. Они сами справятся, в принципе. Блин, самая печалька, Антох, что я не смогу на линии с тобой стоять, потому что меня сразу будут расконтривать. Вот этого пацана казнить бы вообще, было бы хорошо. Отлично. Вы на меня кнопки нажмут, просто я погибну. Дай тангус. Саппорт. Саппорт просит. Тангусик. А что делать? Что делать? Я ТПшку возьму. Игра такая агрессивненькая. Надо ребятам помогать. Игра агрессивненькая. Так. Пока Магнус отошел, можно одного крипчика тут забрать. Можно даже двух, наверное. Если дозволено будет. Возьми. Не добью. Дэмэджа не хватает. Мало дэмэджа. Все, я, наверное, пошел прогуляюсь. Сейчас еще у тебя стильну экспу. Оп, хорошо. Так, что у нас по отводикам тут? Тут деревца заросли, тут два. Плохо простакал вообще. Вообще отвратительно простакал. Тут придется этого забрать, он себя плохо вел. Тот, кто себя плохо ведет, будет, так сказать, в новом году лесным крипчиком. Держите в курсе. Тини роумит, Тини закидывает. Кидай ему колбу. Я иду, бро. Я иду. Бро, я забрал его, наказал. Сейчас еще колбу дам.
хиляет, ляша делает на этой, на мартретке. Слышь, там омник заряженный. Хиляет. Хиляет, смотри. Пока алхимика нету, подфармим медок. Заберем крипов, которых бы алхимик не забрал у нас. Так сказать. Не торопимся, не пушим линию. Все забрали, двух крипов этого достаточно. Антох, к тебе этот вышел. Вижу, помник. Тут стаки есть у алхимика. Так. Вот этого крипа добьем. Хорошо. Гоу на линию помогать. Отлично. Эксп забрали. Тут крипчиков немного есть. Так, я хочу сделать себе... Так, вардики надо, это первое. Там чей-то, блин, сапог катается в курьере. Фига вы на лоу хп на таких. Чей сапог там, бары? Да? Хорошо. Так, в общем, смотрите, друзья, так как у нас сейчас уже почти седьмая минута, а уже седьмая минута, значит, вардики сейчас у нас уже упадут. Надо вардики обновить. Надо обновить вардики. У меня 500 хп, мне бы что-то на хп, потому что там тини с прокастом. Плюс омник. Гоу, вардики купим. Так, выйдем на центральную, потому что алхимик у нас фармит стаки. Жалко, не добил. Может, крит. Крит. Мне кажется, ггг... А, на ботами тебя, Антох, да? Ну, блин, сорян, я не могу варды принести, кура летает. Кура только что была на миду. Ой, на миду. Где-то в лесочке, короче. Ну, ты знаешь, главное правило саппорта — отмазаться вовремя. Братан, не на того напал. Куру, куру, куру надо. Хорошо. Отличненько. Ну, блин, алхимик там подфармливает стаки, а мы центральную пинаем. Пинаем центральную. Все, погнали варды ставить. Один вард сюда дефолтный, чтобы мидеру было видно. Там ДДшка, и пойду на низ поставлю. Будет все хорошо. Гоу одному крипу закинем колбу. Все, побежали. Побежали. Хорошо. И ладно, золотишко пришло, и хорошо. Все, вардики я расставил, дефолтные, ребятки. Сейчас поставлю один на низ, потому что агрессивный вард там надо. Хорошо? Да, без бы. Иду. Сюда вардик поставим. Как дела? Нормально, убили их. Эту сладкую пару. Ауру замаксил вам. Так что хилитесь, живете. Кто у нас там черненький? Это у нас Омник. Омник пришел. Тини тоже придет. Пуджабы поубивать было бы хорошо. Ух, господи. Алхимик там стаки пошел воровать. Вон идут Марита плюс... Они на низ идут, Антох. У тебя нет хилок, да? Нет. Печалька. Ух, тиник. Остановлю его. Он сейчас прокаста тебе даст, там столько дэмэджа будет. Ляша творится. Оп, дали. Еще раз дадим. Хорошо, запинали пацана. Нехрен безвижно ходить. Нехрен безвижно ходить. Десятая минута, кстати. Я заберу, наверное. А, не, у него ботл, да, там? Ботл, а он фуловый. Так, я на центр выхожу в ганг. Гоу, пуджа, наверное. Гоу, пуджа. Оп. Хорош. Заберем пуджа, да? ЦМ, ой, мартретка не знает, что я тут. Можем у мартретку, слышишь? Можем. Нас фейзами. Ну, подойдет че... О, идет. Омник. О, сейчас... Они сейчас будут нападать. Сейчас будут нападать под омником. Сейчас крипа идет хилить, слышь? И тини тоже тут. Тини тут. Я могу. У меня РП нет. А, есть, есть. Сейчас дам. Хорошо. Хорошо.
хорошо. Колбу даю. На более маны нету. Первый. Хорош. Отлично сделали. Хорош. Вот это неплохо было, правда, репел все, так сказать, смягчил на омнике. Антох, нету ничего. Первый только. Могу дать. Отлично. Конвейер, да? Такой. Кстати, я себе даггер нашкилял. Держи в курсе. Найс, у меня тоже есть. Отлично. Сейчас будем делать вещи. Огоним бы. Огоним нужен. Все, хорошо. Сейчас еще пару драк. Опа, а уже есть почти, да? 11 был левел. И можно. Там проблема будет, правда, мартретка. С этим. Оу. Антох, я иду, ТП-шку делаю. Оп, иди сюда, сладенький. Сладенький. Хорошо. И шторм прилетел. Так, руну завардить. Поставили тут такой кривоватый вард. Так сказать, не в дефолтную позицию, но, тем не менее, он рабочий. Главное, чтобы работало. Неважно, как поставишь вард, главное, чтобы он был рабочий. Зарешал игру. Хорошо. Что-нибудь бы монопул поставить бы какой-нибудь. Повыше. Отлично. Так, что вы там на топе, да? Джаггера мучите. Пока ребят нету. Фармим. Оп, хорошо. Оп. ТП-шка на низкой Д есть уже. ТП-шимся. Сразу видим, что там что-то происходит. Надо сразу идти туда. И ничего не делать. Отлично. Финик тут есть еще. Хорошо. Отлично. Задушено. Так, но у меня ульт КД. Пока что. Ага, есть. Хорошо. Плюс. Сейчас можем, Антох, что-то пробовать, но прям не сейчас. КДшечка немножко. И гоу. Отлично, берем нулик. Есть тут срублено. Не срублено. Печалька. Ой, хорошо. Пойдет. Так, вардики, вардики, вардики надо, да? Ой, вы там на топе деретесь, да? ТП делаю. КД, КД, КД. Все, есть. Блин, печалька, да? Ой, какой он стан дал. Тут четверо. Четверо, ну я тут не поможу. Нэшема поможет. Тут Нэшен и поможет. Будем драться как мужчины, конечно, несмотря на то, что я играю на женщине. Хорошо. Помогли команде. Немножко. У меня 11 есть. Все, можно работать. Хорошо. Я готов. Так, вардик, 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 вардик. Этот скоро упадет. Ставим. А вот это место, больше площадь. И let's go. Вот так вот еще. Хорошо. Вот оно. Че, надо что-нибудь поагрессивнее, да, поставить теперь? Да, сейчас будем пушить. Я, в принципе, готов. Там хилс.
Что ты там, Антох, где? На миду, да? РПшка есть. Но я тут парюсь за шторма и за бару. Что они могут помешать. Может, сольем их как-нибудь? Типа написать гомит и самим уйти. Да. Подожди, Антох, не видись. У меня есть РП. Так, есть, ждем. 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 Джага ультанул. Уф. Дох. Почти. Почти. Гоу-гоу-гоу. Блин. Я хотел так Тома спасти и при этом не застилить. Почти. Ну почти. Четверых. Пятого не было, да? Да. Печалька. Еще раз надо. Так, у меня есть Дискорд. Отлично. Так, сори, выкинулся. Все артефакты. Так, чё, Антох, даем им немного порочки. Все же, мне кажется, тут может получиться. Сейчас, вот просто сейчас был, да? Круто. Неплохо. Неплохо, сейчас получилось, ждем. Надо слить. Слить. Нету у меня кнопок, Антох. У тебя тоже нету, да? Нет, тоже. Вы просто хотите драться. Тактический фит? Бару отдайте просто и все. Антох. Уходи. Не надо. Ты боишься, что мы их не убьем, или ты хочешь? Я просто... хочу, чтобы они не сдались. Я понял. Они могут просто сдаться и все, и ГГшка. Ну, вот сейчас у тебя там откдешься, да, скоро? Можно будет скоро попробовать на развороте. У тебя есть? Вижу. У меня есть все. Что ты хочешь? Отстань. Пусть он к другим подойдет. Да, иди туда. Вон, надо, чтобы там Хелс подзабайтил. Отойти надо. Вон как раз какой-то байт идет, да? Ты готов? Я... Не-не-не, подожди пятерых. Жди пятерых. Вон пятый сзади. Четверо вижу. Пятый сзади потерялся. Пусть убьют бару. Слышишь, продать его надо. Отойди, отойди. Пусть пройдут, пусть продадут. Они побегут за алхимиком. Пятого ждем. Во, 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 во. Антох, надо пробовать. Этот отошел. Четверых. Уф. Но он отошел в сторону. Давай, подожди. Давай, 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 шторм, нет! Да господи! Шторм. Господи, ну почти, да? Да, почти. Но, знаешь, все равно Омник не попал в мою РПшку. Да, не попал, но ходил. Уже там все равно с ульты РМПч была бы. Жесть, вот прям вот под... Блин, ну сочно, да, Антох? Угу. Сочно, прям мне, у меня привстает. Я ж прям почувствовал небольшое возбуждение, друзья. Жесть. Я уже, да, тоже смотрел, что они в области Тауэра все ходят, и я уже думал, что реально сейчас получится. Но чуть-чуть в сторону этот Омник отошел. Все, хорошо. Забайтили пацанов на плюс мотивацию, слышишь? Так, завардиться надо. Завардиться надо. Блин, ну почти, вот прям вот почти. Мне кажется, если бы сейчас Омник умер бы просто с ульты там где-то в стороночке, было бы, ну, все равно хорошо, пушкой было бы. Омник еще, блин, репелом своим на самом деле напрягает. Надо прожидать, так сказать. Эх, есть же берут. Так, ну у меня готово, в принципе, все. У меня почти. Варды, варды, вардов нету, слышишь? Варды кто-то забрал. Варды кто-то забрал, Антох. Том умирает. Там хилс, ну бара может забайтить опять-таки, слышишь? У меня есть ульт. Пусть кнопки сливают. Бара забайтить может, и шторм может забайтить. Пятеро? Четверо. Отойдем туда.
А где пятый, интересно? Так, мне нужно... Не, я блинк слил. Не прыгай, не прыгай. Я блинк слил. Okay. Мне пришлось отойти. Вон кто-то идет. А, там Хелс пришел. Слышишь? Репел. Опа. Плохо. Они не подходят теперь. Трое стоят. Не прыгает Мартретка, смотри. Не прыгает. Не хочет. Ну ладно, прыгает. Но это слишком очевидно теперь. Да, надо отойти. Может, мы под вардом стоим. Я возьму гем, слышишь, девардить. Ну, кто-то вард забрал просто. Кто-то вард забрал. Я гем взял. Попробуем за деварди. Кто-то, блин, я не знаю, или варды. Кто-то за... А, у бары два варда, он их не ставит. Вот почему вардов нет. Вот типа на бару вот так вот соло забудут. Да-да-да, смотри, вот здесь вард. Вард, вот прям, да? Здесь. Хорошо, понятно, они поэтому и не подходили. Они нас видели. Смотри, там гоняют пацана. Но шторм сейчас будет влетать, драться тоже. Может потерять позиционку сейчас до... Вон, сколько их, четверо, пятеро? Четверо. 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 Где пятый постоянно? Мартретка на миду. Мартретка на миду. Там вард надо снять. Бара, блин, вард забрал и не могу. Смока есть, если что. Так, трое. Раз, два, три. Три. Трое. Ну, на троих нет. Трое. Четыре. Четыре. Гоу, блин. Можно еще прыгнет, если... Гоу, гоу, Антох. Уф. Хорошо. Где ты ходишь, Морта? А? Нету, да, вот, просто. Ну, сочно, сочно. Жал, вот, вот, блин, где Рэмпейдж? Где Рэмпейдж? Где Рэмпейдж? Где Рэмпейдж? Где Рэмпейдж? Что за дела? Да, Антох? Угу. Что я не за знаю, дела? Не везет немножко. Немножко вот сейчас не повезло. Что на топе, когда Омник отошел? Что сейчас? 16 левел надо, блин. Миви играем, пишет. Это хорошо, что у них есть мотивация, да? Я сейчас БКБ начну делать. Бара варды забрал, не хочет ставить. Два варда просто носит. Блин, Мартретка, да, вот... Где-то ходит. Мы сделаем, Антох, мы сделаем. В этой катке сделаем. В этой катке сделаем. Я тебе отвечаю. Слово пацана. И вот окажется, если я не пацан. Джага. Позор. 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 Вон, в лесу идут. Вардик, Антох, собьешь? Мартретка. Вот чем Морта занята была. Да, она варды ходила, ставила. Так, почти, да, есть РП? Опять идут. Так, у меня сейвить. РП еще 20 сек. Да, отойдем, отойдем туда. Бара байтит, побежал. Смока, да, Мантох? В стороночку. Бара байтит. Сколько у тебя там еще? 10. Вот, это, вот сноубол вот этот, который нам нужен. Нету. Вон, пятая мартретка со спины стоит. Ты готов, если что? Да, я, если что, готов. Прыгай. Гоу, гоу, гоу. Давай, давай, давай. Да, 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 ультанул. Давай, давай, давай. Там под репелом бегал. Вот свинья, а. Где найти? Найти обезвредить, Антох. Найти обезвредить. Найти обезвредить. Первого нету, подожди. Ждем, ждем. Блин, долго ждать нельзя. Да твою ж мать. Блин, он умер. У меня КД было, знаешь, что я не хотел? Не хотел, чтобы он засуицидился. Это был бы фейл. Я понимаю, я понимаю. Но у меня есть третий ульт, Антох. Еще надо попробовать. Господи, как же это пушечно, друзья. Я надеюсь, вы можете прочувствовать наш нервоз вот этот, да? Есть немного. Особенно предвкушение перед прыгом, когда я вижу, как они собираются в кучу. Но есть БКБ, мне сейчас ничего не собьет уже. Гоу, вардик, чекнем, Антох. Сможешь запрыгнуть, форсануться там, если что? Да. Все, хорошо. Отлично. Так, есть БКБ. Я на базу. КДшимся и гоу. Гоу. Прям так, блин, не, так вот нервненько, да? Прям очень так.
У меня аж сердце колотится, это реально, это пушечно. Вот вы, не знаю, вот сможете вот это вы прочувствовать, блин, ну это круто. Это круто, вот такие моменты это. У меня, кстати, есть рефрешер. Отлично, отлично, Антон, хорошая новость. Хорошая новость. Арчит у Омника, не забудь. У меня есть БКБ. Так, я, в принципе, фуловый, я готов. Смоков нету, жалко. Я иду за БКБшкой и поехали. Блин, как же сейчас этот репел, да? Вот РП в пятерых репел подвел там, да? Прям. Но этот репел, да, он будет очень часто висеть. Будет руинить, конечно. Да. Ну, тут позиция, время, шансы. Чё, гобайты? Да, я готов. К Рошану. Омник. 12 сек репела. Я стою в стороночке. Омник там соло прыгает, смотри. Разнос пошел. 3, 4. Ульт слили. Отхожу. Сейчас сноуболятся, Антох. Сноуболятся. Все тут, все. Шторма надо. Нужен байт. Растянулись сильно далеко. Да. Сильно Ходим. Далеко растянулись. Да. Гоу на центральную. Сильно далеко растянулись. Здесь Тини. Тини. Гоу немного поразминаем его. Че он, охреневший что ли? Блин, умер. Я переусердствовал. Нормально, нормально. Так, смока есть. Go, smoke. Байт нужен. Шторм. Пара. Химик. Слушай, если они пойдут в рошпит, это их будет коварная тема, если они в пятером там будут стоять. Это вообще. Oh. А они же могут. А я там раздам. Go чекнем, может, они в рошане? Там, ну, нет. Хотя нет, нет. Ну, парыч. Я видел, там просто этот стоял. Кини как будто на подсейве. Рошан спиной просто такой стоит. Я вас не звал, да? Господи. Так. О, харчи. Фига себе ты. Вот это ты даешь, бро. Фор Даларан. За Даларан, ребят. Эх, жестко. Жестко, конечно. Линию тут отпушу. Отхожу. Так, ну что, надо, Антох, надо. Надо душить, время идет. Пуш 1400 хп. Это хорошо, у меня третьего левела ульт. Можно, Go bite. Химик. Сласковый мой химик. Там на топе кто-то, они сейчас не в пятером будут. А мы ждем в засаде. Ночь, кстати, сейчас нас меньше видно будет. Здесь Юра кто-то. Бежит. Юра бежит. Ждем. Три цели. Четверо на пяти. Четверо точно. Четверо, да? Репел только сейчас начал действовать. Опа, Мариту закинул. Смотри, сзади Джаггер, отхожу. Джаггер, отхожу. Я тоже отошел. Пусть пацаны дерутся. Шторм почему-то не хочет тоже драться. Так. Там Омник умирает. Омника убили. Плохо. Не знаю, в четверых прыгать не хочется. Омника ждать надо. 50 секунд. Эх, да? Хотя там все кнопки, когда хилку собью. Засейвлю. Отойдем, 40 секунд ждем. Блин. Вот прям вот хочется. Вот, но они сейчас будут по-любому поумнее уже, да? Прям вот. Пятером. Бара еще убил там кого-то. Пойду пока по вардам посмотрю тогда, что там. О, вард стоит. Вот тут чекнем. Oh. Нету. Печалька. Давай подожмем. Может, мид запушим. Да, гоу топ запушим. Глифчик.
Уф, ой. Я, если что, уйду в инвиз. Хорошо, я тоже. Ушел. Хорошо, Глиммер спасает такие ситуации. Там Мартретка еще, слышишь? Отпрыгиваю. КД. 9 секунд. Там Хилс пришел. Так, ну Вардик, блин, в куре я не могу, у меня слота нет. Антох, возьмешь Вардик, может? С куры. Ага. Так, ну я в лоу-раунде стою. Если что, возьмешь Вардик? Даю. Бара сейчас прибежит. Я тебе Вардик дал. На ХГ можно будет сюда, наверное, поставить. Нам нужно их на миду собирать. А не так. Внизу кто-то там. Go mid. Кто-то там на меня выехал. У меня инвиз есть, но все равно. Ту-ту-ту-ру-ту. Шторм там соло развлекается. Блин, у тебя рефрешка есть, да? Нам нужно как-то подпушивать, что ли. Бары, от бары тут должны. Хорошо. Опа, за тобой выехали, да? Репел. Надо мид ломать им. По чуть. Тини бежит. Каути не побьем немножко. Не могу ГГ тут. Хорошо. 60 секунд, таверны. Ту-ту-ту-ру-ту. Вот здесь вард, по-моему. Надо пойти чекнуть. Антох, вардик возьмешь в куре? Они рассредоточились, потому что нет определенного сейчас дайва какого-то от нас. Должны одну сторону душить. Я не пойду дальше. Я вижу, Джаггер на топе. Джаггер на топе разминает. Его размяли, вернее. Надо ждать 70 секунд. Блин, вот ну, хз, хочется прям, вот хочется доделать. Все, забрал, да, вард? Го вот сюда, вард, и погнали низ. Хорош. О, Марита Аег забрала. Слышь, надо Аегис выбить тогда. Пофиг на Тини, надо Аегис выбить. Смарт-редки. Блин, печально, вардов почему-то вообще просто нет на карте, я не знаю. Мы ставим агрессию, но не можем. Вон Мартретка, слышишь? Иллюзия. Че ты, омник, тут делаешь? Хорошо, вон где пуш. Но пуш нет. Я вардик несу, возьмешь? Держи. Там байтятся, смотри. Но Мартретка с Аегой. Это, конечно, печалька. Кушают пацана. Четверо. Аркадий! Пятерых поймал? Да. Уф, Антох. ЦРП убил просто. А, их четверо было все равно. Четверо. Мартретки Аегис, Антох. Иди сюда, дурочка. Го ее убьем. У нее мом включен. Морты вообще не было. Да, она не подходит просто. Да что ты хочешь от меня?
Так, ну чё? Чё делаем? Чё, допушиваем? Думаешь? Можем вообще попробовать зажать их на колодце. Под колодцем? И я если их стяну на колодце. О, вытяну. Я могу колодец заморозить, и можем под колодцем это сделать. Гоу, попробуем, почему нет? Так, Дискорд главное кидать, не забывать тоже. Я Тревел взял. Тревелу. Кого вот так вот сделаем. Оп. У меня пока нету. Нету пока? Ну пусть. У тебя ни рефреша, ничего. А, все, я понял. Слушай, ну у меня только ульт почти откатился. А у тебя, да, КД? Долго еще? Еще долго. У тебя шапочка прикольная, модная. А, на Магнусе шапка. Что там у тебя? Пол рефреша, да? Ну, короче, подфармим. Но тут в чем прикол? Можно тоже и следить за картой. Они могут, в принципе, зная, думая, что у нас КД, в принципе, подрасслабиться немножко. Как думаешь? Хотелось бы, чтобы они вообще просто сдались и встали АФК на пятером на фонтане. Да нет, так не пойдет. Надо же по-честному. По-честному. Надо ж по-честному, бро. Так, ну что, загнали мы их, да? Кстати, у тебя же можно поддерживать РПшкой. Я могу запрыгнуть, чуть потянем, заморожу колодец. Под колодцем прям это сделать. Даже, в принципе, в теории. Так что пока что ждем их КД. У тебя КДшится, почти от КДшилось уже. Хорошо, ждем. Ждем и попробуем. Загоним их туда, если что. Так, 40 сек. Ну я без инвиза, смотри. Не могу подсейвить. Теперь я этот взял. КД, КД, КД. КД ждем. КД ждем. Хорошо. Блин, 310 дэмэджа. 6, много. Шторм, 10 секунд. 10 сек. На шторма забайтились там. Можно байтить уже, в принципе. Он шторма байтит. Пара побежал. Тини бегает. Настоящий. Джага, растянулись. Они слышат то? Да, не могу. Отойди, отойди, отойди. Они растянулись. Позицию ловим, ловим. Ловим позицию. Раз, два, три, четыре. Пятерых вижу. Пятерых вижу. Хилочку разобьет. Хорошо. Там репел висит, смотри. А ну-ка. Растянулись. Я подхожу ближе. Под колодец гоним. Я так понимаю, да? Сделаю вот так вот. О, мне как кинули. У меня даггера нет, Антох. КД. КД даггер. Не, не морта. Убивает даггер. Да? Тини настоящий, вот он. На шторма байтится. О, Антох, вижу. Цель. А, нет, все. Блин, ну так вот они, знаешь, так тоже понимаешь. Типа, ну вставать. Лучше так тут лучше еще. Отойти. Это настоящий. Ты запарил, блин. Сейчас умрет просто. Сок камня. Блин, напряжно, да? Вот прям вот хочется. Хочется. Ждем. Мы можем, блин, их сейчас уже прям запушить, но вот... Не в этом смысл, с пуша именно. Нужно доделать начатое. Так сказать, аркекское дело. Дело мужчины. Посадить дерево, родить там сына. Вырастить сына там, посадить дерево. Сейчас Октарин тоже будет уже. Посадить дерево. Но проблема в том, что они еще одеваются с этих драк тоже. Так, хорошо. 2200. Почти Октаринус есть. Снизим колдаун. Мафтредка мом. Это хорошо. О, сам подарочки мне подкидывают.
interesting. I'll check it out. Sounds interesting. I hate it when it's violent. I'll check it out. Дерутся. Я отвлекался. Там я мне не помогу там. Оп. Не, двое на миде, двое на топе. Еще портретка. Тут. Третья. Отойти. Надо их стянуть просто под мидом или где-то так. Там шторма гоняют. Шторма гоняют, бедного. Есть Октарин. Так, ну что? Центрального опять долбим. Блин, сейчас день, сейчас еще легче нас видеть будет. Пошел байт. Бьют. Еще бьют. Двое. Трое с базы подтягиваются. Да, вижу. О, шторм залетел. Хавают шторма. Проходи. Я готов, в принципе. Там репеллы висят. Трипл килл. Эх, забрал шторм опять. Но не удастся у нас, походу, да, Антох? Сорян, ну колбы нету. Колбы нету, бро. Да, я тебя заморожу, бро. Печалька. Assassin байбек. Почему нет? Я думаю, получится. Надо под колодцем их так замутить. Ну только если под колодцем, вот я и говорю. Так в драке уже что-то не хочет, не получается. А, они расходятся, просто они уже просекли. Сколько моментов было, да? То пуч под репелом. Угу. Пуч под репелом, конечно, зарешал в тот момент. Рампага была. И Омника тоже добил шторм. Блин. Печалька, конечно. Так, есть у меня. Есть у меня это дело. Они резнулись все. Скади, Омник. Возьми плиз. Блин, я шторму случайно сунул. Дай варды. Шторм. Sounds good. Так, ты на базе, да? Шторм, варды поставь или, блин, выкинь их. Не знаю. Почему умник пишет он? Там же ж не умник, а омник. Господи. Варды, парень, ну я случайно ему вложил, он типа нет, не соображает. Не соображает. По низу надо. По низ, что ли. У меня нет слота, блин, на эти варды. Он выложил, Антох, заберешь? Вместо ТП-шки, что ли. У меня слотов просто нету, я гем ношу, чтобы варды снимать было легче. Смотрим. Сейчас пятером как... На шторма допрыгнут, да? Надо вардики там расставить. Сейчас ночь. Ночью есть вариант зайти. Ночью есть вариант. Опять Аегис. Господи. Опять Аегис. Го, вардик, вот тут кнем. Пошли, аккуратненько. Аккуратненько. Хорошо. Репел там. Блин, Аега, конечно, Аегу бы как-нибудь сбить бы. Вон мартретка, слышишь? Сколько их там? Четверо. Да господи, ты запарил на шторме на своем. Сколько он уже подобивал-то, Омника добьет. Ой-ой-ой, Антоха. Еще раз добил, да? Вот, ну, вот из вот этих штормов кикать надо, скаток.
Вот таких вот штормов. Давай-то вот пропушим. Давай. Чтобы мы добрались до колодца. Не понимает шторм, в чем приколюха. У тебя есть там что? Пол рефреша, да? Гоу тогда в сторону. Я, если что, колодец заморожу. Все, дальше не пушим. Эти не трожь колодцы лунные. Слышишь, чтобы крипы стояли дольше. Да, Сэм один тут красавец. То, что там их байтит. Магнус цепляет. Да, Сэм только молодец. Понимаю. 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 Так, ну 40 секунд еще там кто-то рестнуться должен. У них так трон падает просто. Слышишь? Может, пусть поддефят. А, вы решили все снести, да? Я ничего не делаю. 24 секунды. Угу. Там у них трон падает. Все, трон вообще падает. Не успеем. 15 секунд. Сейчас дефить будут, слышишь? Или не будут? Все, глиф пошел, слышишь? Не один ульт есть только. Дефится, дефится. Дефится. Отойду. Кстати, он может сейчас спозиционируется на крипах. Как-то. На пачке крипов. Бара вон вышел. Слышишь, го? Вон они в пятером стоят вроде. Нет, не в пятером. А ну. Тихо. Дал. Хорош. Репел опять. Даю. Ульту еще. Еще ультую. Да шторм опять забрал. Хватит, господи. Ох уж этот шторм. Ну, шторм руинер, конечно. Сказочный. Блин, вот этот шторм, это жесть. Ну, хз, ну такое на самом деле. Ну, не сделали все равно, но очень много сочных моментов было. Прям... Прочувствуйте, ребят, прочувствуйте это. Шторм, конечно, заруинил, ребят. Очень много контента. Но вот 07 регион, смотрите, вот этот шторм, вот он заруинил. Заруинил. А можно было сделать, да, по сути, Антох? Меня очень печалит тот момент на топе. Он должен был произойти. Из-за репела, да, чисто? И вообще из-за того, что умник отошел влево. Да, ну шторм добил там, я бы добил его в любом случае. Печалька. Ну ничего, ничего. Так, друзья, поехала у нас next каточка, добавился у нас плюс один человечек. Младший братик наш. Виталик! Да-да, я. Да-да, я. И Антонио, как тут, как тут, Бандерас. Антонио. Антонио, да, да. Бандерас ты? Бери Магнуса. Бандероль. Бандероль. Так, хорошо. Возьму один вардик. Держи. Курочку открываю, ребят, на базе. Клокверк, шадофинт. Клокврек. Шадофинт, клокврек, шадофинт. Можно мне ману? Спасибо. Можно мне маму. Так, что там пикают у нас? Некролик, Шадофинт, Клокврек и АФКшный легион, который 90 минут будет фармить, да? В лесу. Ой, Пуче. Антон. Пуче. 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 А, он решил сам. Пудже. Ты срубил уже, да? Ага. Можешь вообще срубить все, что тут есть? Челлендж тебе. Могу. Челлендж в катке. Срубить все деревья в доте. Успеть за 50 секунд. Прикидываешь реально такой челлендж? Успеть? Не, успеть до конца игры срубить все деревья в доте, которые есть. Но деревья ресаются каждые 5 минут. За 5 минут надо успеть. За 5 минут пол карты даже не срубишь, мне кажется.
Тимбера надо брать. Да, но мне кажется, все равно не успеешь. Каждое деревце прям. Танго, держи, бро. Я дам. Не, почему? Можно организовать какой-нибудь отряд лесорубов? Взять Лину, Тинбера и еще трех героев, которые тоже такие скиллами ломают деревья. Бара любит ломать чаржем. Так, ну что? Здесь есть еще такая точка, которая путь может выхукать, и нельзя будет оттуда выйти. Есть, но они баганные микроточки эти. Так, ты не подойдешь сюда. Ой. Антоха. Я забыл к вам подойти, ну ладно. Все, хорошо, go, нормально. I'm trying to thinker, говорит. I'm trying to thinker. Какой-то, finger. Блин, тут подарок какой-то, забрать можно? Забирай, забирай, золото дает. 100 золота дает. Лол, он на ХГ стоит? Да, он спрятался. Руби его туда там. 100 золота. Изи, изи. Блин, это ржачно, реально, изи. Так, то он пуч, но пуч, да? Антоха, скивер есть? Да. Let's У go. Него сапог. Let's go. Вообще пофиг. Мы же убивашки. И сейчас вторая будет. Антоха. Ой. Филипп автоматом. Не надо. Это будет овер жестко. Блин, ну я стак, правда, прогулял, но зато есть сапожок. Спасибо тебе, Антон, за прекрасный сапог. Дай бог тебе здоровья, я люблю тебя. Я деда казнил тебе, чтоб линия не пушилась. Так, 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 тихо, 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 друг мой. Не забывай, что на ногах волоса бывают однажды. И только я могу их тебе, эти волосы, показать. Так, держи. Хорошо, ну постоишь соляру с ним, я пойду стакну, бро. Я пойду подарок заберу. Где, где, где подарок? Подожди, это 300, это 322-я. Я ру 5, что ли, создал? Да, я ру 5 создал. Блин, не новогодняя карта. Без шапочек будем. Прикиньте. Я завис. Ой. Тут подарочки ничего не дают. Странно, а почему я ру-5 создал? Странно очень. Sounds good. I'll check it out. Печалька, конечно, это все, друзья. Не новогоднюю карту создал. Странно, даже и этой карты не было ни у кого. Отлично. Там тебя этот харасит. Меня просто некро... видишь, бьет он. Некролик. Некролик. Так, подстилить экспу, Антоха, у тебя. Святое дело. Святое дело. Все, одного крипчика застилил, пошел дальше стакать. Не мешаю тебе, бро. Он тебя хукнул? Угу. Вот силач. Смотри, ты поаккуратнее. С такими пуджами, конечно, опасно играть. Убьет еще. Убьет еще ненароком. Боже, я такой шутник, да? Всех с наступающим, друзья. С Новым годом. Рано еще. Че ржешь? Эта фраза универсальная такая, с Новым годом. Ой-ой-ой, смотри, ехамон. Убил там. Ехамон. Камон, типа, камон. Камон. Кто там? Кто там? Вот эта песня. Камон, камон. Так, у меня есть колбелка, бро. Колбелка, надо тебе колбелку тут? Долбим. Ой, прости. Прости, бро. Но это во благо. That's curious. Sounds good. I'll check it out. Я пошел дальше лес, бро. Лесной болван. Лол. Но я тут уже не стакну. У меня есть еще шанс еще разок стакнуть. Sounds good. У Виталика там тарелки на кухне летают. Летающие тарелки. С Новым годом, друзья.
И этот музыка из секретных материалов. И Виталика не слышно, а у него там тарелки летают. Ой, господи, с наступающим, друзья. С Новым годом. Господи, прости. Ой, я осуждаю. Ой, осуждаю. Омник там крипов фармит. Кайфуем. Кайпуем? Я сейчас еще раз, наверное, отведу тут. О, значит, ты уже сам там заходишь, да, Антох? Ну, ты просто скиллом, да, попахивает? Или это я? А, это я, извините. Удачи. Это был не скилл, это был мой запах. Это твои утренние ароматы. А, сорян, сорян, я не специально. Так, отвел еще кэмп. Хорошо, я тут настакал ему. Настакал, буду душить лесок пока. У тебя не хочу эксом забирать. Ты там сильно Куджа не обижай, он же ливнуть может. Блин, точно. А то он подумает, да ну вы раки, а я прво. И скажет, до свидули. Могу фидануть? Не намерен. Купи даггер и дефить. Easy breezy, my friend, easy breezy. СФа надо бы разочек убить. Что-то я АФК просто хожу. Гоу. А, не, не гоу. О, летающие тарелки. Лайк, Эвитали, густ. Надо дверь закрыть сейчас. Дверь закрой, с ноги закрой дверь. СФа надо бы убить. Все. Молчание сейчас будет. Хорош. Молчание. Silence. Ягнят. Silence. Опять ты его убил. Не устал? То он, наверное, уже устал. Так, я пришел за твоими крипами. Хорошо. Он мои стаки фармит. Подожди, там хилс. Его там спамят просто эти, понял? Лесные крипы. Эта дурочка, которая гарпия кидает эти молнии. Она в него, короче, молнию зарядила. Понял? А и в меня зарядила. Да ты что, наркоманка, что ли? Прикинь. Молнии заряжает в меня. Осуждаю. Подтверждаю. Подтверждаю. Почти 6-й левел есть. Почти 6-й левел есть. СФа надо подолбить. Так, левел. Все, левел, и пошел я на мид. Че, ребят, варники, да, упали? Блин, кура полетела наверх, надо варник поставить хоть. Жалко. На ульт не хватило чуть-чуть. Га, тут СФ заряженный. Вардики, вардики, вардик. Будем мы с тобой днем и ночью. Можно мне вардики поставить, ребят? Сейчас, сорянчик, куплю вардик. Два дефолтных надо. Ах ты, мистер Оркеди. Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Будем мы с тобой днем и ночью. Помнишь, да? Так, Куджа, не обижай моего. Понял? Монета, алхимик. Химик. Кемик. За монету и двор стреляй в упор, сразу говорю. Хорошо, подсейвил монетку. Sounds good, говорит. Go, ребята, прогуляемся. Sounds good. Успею? Нет, не успею. Печалька. Печалько.
Эх. Сюда. Что-то я прогулял на самом деле. У меня 1500 есть, ребят. Когу. Коги дал. О, Лего с леса вышел. Он мне первый не дал. Ну ладно. Не успел. Эх, я не добил. Че там, Лего, да, бушует? Лего, СФ. Там дуэлька будет. Зиппо, зажигалочка. Че, пацаны, Антоха, есть у тебя? Давно, да? Ждем Аганимус. Там скоро будет. Эгоним. Виталик, че по фарму? 800 голды, да, Эгоним. Хорошо. Мне 200. Мне 200. Ну, есть у меня уже, можно сказать. Я в миду просто стою. Тут пока алхимика нету, я типа обгоняю. Та-та-ра-та-та-ра-ра-ра. Будем мы с тобой днем и ночью. Не могу добить, блин. О, у меня Эгним есть. Чуть-чуть до дагера. Твою мать, СФ тут стоит просто в лесу. Выходи в лес, Виталик. Там чуть, если тебя дофармит, дофармит. Ну, я уже, в принципе, готов. У меня дагер остался. У СФа дагер тоже. Но СФ будет байтиться изи на алхимос. Просто леса поколотишь. Блин, эти големы, конечно. Жесткая тема. Ну, прикольно, через колбу могу их хотя бы убивать. Там на миду, да, заберешь, да? Ты тпшишься? Mm-hmm. Хорошо. У меня есть дагер. Один вардик я сейчас на топчике день поставим. Мы можем, наверное, где-то в узеньком месте. Сейчас ночь как раз, ребят, можно. Можно поработать. Можно поработать. Ночь сейчас. Монета. Виталик, сколько? 600. Хорошо. 2 минуты и будет. СФ меня тут с хостой убивать собрался. Ля, какой СФ? Крыса какая-то. Ля, ты крыса на СФ. Так, ну что, друзьяшки. Можно пробовать первые драки. Меня СФ обходит, типа такой, сильный. I'll check it out. 300 голды. Бьем, интересно? Наверное, нет. Пусть пацан на водоту попадет. Так, я СФ забрал. Б. Сейчас завардимся. 200 голды. Опять овнин какой-то идет. Пожалеем. Так. Там айтема столько в куре, жесть. Там ТП-шку кто-то брал. Рекуру. Рекуру. Можно пробовать, ребят? Я РП только что слил. О, ждем РП. Сейчас ночь как раз. В этой ночи надо попробовать это сделать. Именно ночью, чтобы было меньше вижена на друзей. Химик монетки собирает. Вардики, вардики, вардики мои. Вакуум есть, четверка. Вакуум четверка, да? Отлично. Дагерок скоро, да, тоже?
Даггер уже есть, но принести... А, я могу... Магазин боковой. И гоу. Лего на миду. Подхилит его сейчас. Ну, в этих не очень хочется, Антох. А, у тебя РПшки нет, да? Я лечу. И все, я такой оттянул. Все, 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 ББББ. Мы не готовы. Не готовы. Так, пятерых надо. КД теперь надо, надо пятерых. О, я так поразминаю, типа, ну, отзоним. Оу, смотри, тут Лего с инвизом. На, он пятый на топе стоит, клок фармит просто. Ну, может, он сейчас придет. Ага, и пуш, ну, на низу. Пуш. Да. Давай тавер. Я побачу на миде сообщение. Да, тавер запушим. Тавер, гоу. Встань, мид. Сейчас мы до Т2 пойдем, они по-любому придут. У меня 11-й скоро будет, через полтора левела. Левела. Так, у меня есть опсик один. Сейчас еще принесу. Курочка летит. FF? Рано еще FF писать. Паркер. Нет. 5 надо. О, пуч возвращается. Да, 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 я вард. В ту сторону идет кинуть. Я вард кну и убегаю. Го 5 на 5, все мужики. Байт, который мы заслуживаем, да? Посмотрите. Ну, там я четверо. Жду, четверо. Жду, ждем, ждем, ждем. Ждем, там пуч в кустах. Виталик, если что, будь готов на Сёрдже, да, подтянуть. Пуч со спины. Уф, Омника отдаем. Отдаем. Все, пусть отходит. Пусть, пусть, пусть. Да, все, хорошо, они пятеро тут. Пятером. Виталик, готов? А ну-ка. Химик байтит. Химик 3. Байтит. Там по таврам кто-то стоит, бьет. Не кролик, по таврам бьет стоит. Тогда Виталик байти. Подходит? Байти, Виталик, гоу. Серж на себя, вакуум. Попробуешь что-то сделать. Ну, 4. Еще один нужен. Ладно. Ну, хоть бы так. А, меня пуш со спины вытянул. Он вот здесь стоял. Он обходил, короче, понял? Понятно. Боже. Не, пуш руинить будет жестко. Да нет, он не будет руинить. Антох, ну помогать не буду. Не уходи. Ну, плюс... Но они теперь точно не ливнут. Плюс мотивацию, пацаны. Уже хорошо. Надо центрики, там лотар у Леги. У Леги лотар, сейчас купим. Исправим. Видите, пуш просто... Стороночки. Ну, мы будем ждать просто пока химика вытянут. Химик байтит. Ты можешь тоже подбайчивать, но тебе твоя главная задача подтянуть пятого толпу. И все. И контент готов. Мы там с Антохой сделаем. Можно также мид сейчас, в центре есть. Мы в принципе готовы сейчас реально душить. Опять на топ кто-то ушел, да, пуш. Блин, 11-й был левел у меня. Давайте, может, просто подеремся, КДшки сольем. Апну 11-й и с 11-м пойдем. Го. Может, пуч придет. Может. 36 сек ДРП. Да? Ждем. У меня 10-й левел уже. 10-й левел. Почти 10-й, ребят. Отойду в лесочек. Крипочка толкну. Можно на топ подтянуться. Нам, они по, на миду они просто могут растянуться. Почему на фланговых сторонах лучше? Потому что места меньше. Давайте по топу просто пройдем. По топу, гоу. Я как раз 11-й сейчас апну. Одиннадцатый апну сейчас уже. У него даггер. Сейчас собью. Убивайте его там. И по топу. Душить. Жирная мразь. Лучше 40 секунд, да? О, отлично, вот эти кемпики. И будет хорошо, будет дагерок. Ой, дагерок 11. Так, центрики нужно. У меня есть. Ребят, чуть-чуть. До 11-го. Чуть-чуть. Но у меня маны не будет на драку. И он внизу все равно.
Да, пусть пушат. Пусть пушат. Сейчас на Т3 они точно сгруппируются. Да, на Т3, да. Сейчас ночь еще будет, как раз ману восполнить. Есть у кого аркана там? Есть у меня. Да? Дашь мне? Есть 11-й. У меня, кстати, этот дискорд сейчас уже будет. Я сейчас скажу, сколько. По-моему, уже есть. О, у меня еще дискорд есть через 50 копеек. Но минус Т-шкой будет дискорд. И можно вообще душить. Все, есть дискорд. Сейчас ждем курочку. И все, готово. Че, гоу это, отойдем? Сейчас, я на базу за дискордом, короче. И ночь сейчас можно подействовать. Что-нибудь поделать. У Леги Лотар, урна. Курочка там летит куда-то, кому-то худ. Я отошел. Нашел подарок, голды не дали. Ясно. Это 325-я. Ой, 322-я. Я думал, 327-я эта карта. Не знаю, почему я эту карту создал. Хотя я ботру 9 ставил. Так, ребят, я готов. Еще есть у меня опсик. И сентричок нужен, да, будет? Так, есть дис. Хорошо. Хорошо. Я, в принципе, готов. Соберемся. Я уже тут. По топу. Ох, мид? Можно мид. На миду хукшота нету сейчас у клокверка. Еще время, еще 40 секунд. Так, химик тут. Вот сейчас на миду собирается что-то. Трое. Алхимика убивают. Ждем. СФ тут. Вон пятый ну-ка. Подходит. Виталик, готов? Понятно. Ты понял, почему? Да, да. Боже. Сделали все идеально, ребят, я зафейлил. Но микромомент я не увидел этот. Добейте, что можете. Хорош. Сорян. Твою мать. Боже! Не кинул на тебя. Ой, еще, если сейчас он еще и ливнет, это вообще трэш. Блин, так идеально все было. Ну еще попробовать есть шансы, ребят. Еще у нас еще есть примерно минут 10, чтобы попробовать это. Господи, все так сделали. И такой момент, да? Да, и просто остановился. Я уже молчать начал, думаю, ну все, пошло. Ага. Пошло, поехало, я бы сказал. Я еще специально поближе, блин, канулся, господи. Какой же я даун. На самом деле я слил. Все так вот идеально было. Ну теперь буду знать. Чуть на расстоянии. Сколько там? 40 секунд, да? Блин, так идеально было, господи. Я аж занервничал, когда вижу пятеро. Это у меня все, глаза в разные стороны. Блин, надо СФа немного угомонить, ребят. Антох, ты под центричком убьем его? Гоу, просто угомоним его и все. Хорошо. 50 секунд и поехали. Гоу по низу, может? Давайте, Т2. Жесть. У меня аж прям это возбуждение такое небольшое пошло. Так, ну-ка, анонисты. Правильно все думаете. Блин, если Омни, кстати, репел перед этим кинет, вообще классно будет, да? Я вот о чем говорил. Да, было бы, кстати, отлично. Так, ребят, сентричков нету, летят. У меня 4 сентри. Сейчас подойду. Надо так же по миду идти. Жесть, я лоханулся, жесть, как сейчас. Блин, они могут сейчас осторожно играть. Не, ну у нас есть еще шансы, они еще не поняли. Не хочу его разминать 7 секунд. Блин, сейчас тут драка начнется. А на низу Лего стоит. Химик байтит. Химик байтит, но на низу Лего стоит АФК. У него ТП-шка есть. Че, гоу, наверное, блин, в мид. Гоу в мид. Правда, вардика нету. Вардика нету. Сентричок ткну сейчас. Пуш. Аккуратно. Да пусть. Сосает ногу. Так. Лего тут. Пятеро, ребят. Антон. У меня даггер был на КД в это время. Все, норм. Какой идеальный вакуум был. У меня даггер на КД. Жди. Может, Омник забайтит. Еще вакуум. Сколько там? Иду. Там долго. 12 секунд. Ждем, отходим тогда. Да. Если Омник забайтит, Омник. Там один отошел.
Один отошел, там СФ, да? Лего в инвизе. А у меня если забайтить сейчас, попробуем. Отошли. Ну да, за мной этот бежал. Живешь? СФ иллюзию взял. Можем прогулять настоящую. Блин, сейчас вот сейчас микро этот недоигровка была. За умником выехали все. Блин, тут Лего, он за мной идет. Дурачок он. Че, отходим тогда, он на стаки пошел. Лего. Почти. Эх. Вот чуть-чуть чего-то не хватает постоянно. Мы не готовы просто были. Мы не были готовы. В этом проблема. Там и сэф лоу хоповый, я думаю, они сейчас не пойдут. Лего на топе. Ну, блин, не знаю, разминочных люлей дать им. Гоу. Чисто разминочных. И в мид будем выходить. Сзади кто-то. СФ. Можно убить. Хотя нет, хрен с ним. Антох, на базу, может, сходишь? Да, пожалуйста. Или... А вот он за мной. А что ты хочешь от него? Ой, кастует, посмотри. И смотри, какой. Ля, какой, господи. По хребту. Все, гоу, Б. На базу. Б и атаку. А мне ульту не давать в эту всю штуку? Нет. Лучше. Нет. Да, блин, как же ж. Ах. Жесть. У меня аж это, мандраж такой. Конский мандраж. Сейчас день, но через 2 минуты ночь. Ну надо, блин, сейчас действовать. Пуч тоже, видишь, как бы они не подходят, блин. Нам бы по низу, наверное, пойти. Было бы идеально, потому что внизу место. Но мы нам тоже позиционку держать. Лучше на миду. Прогнать можно. 1600. Пойдемте по низу. По низу? Пуч. Я прогнать чисто. Или убить? Не-не-не, форс пришел там. Все, нормально. По миду пойдем тогда. Все на миду сейчас будут. Омник байтит. Так. Дек. Омник погиб. Боец. Погиб мужчина. Мужчиной погиб. Химик взорвался. Так. Выхукали химика. Пятеро вижу. Пятерых. Антоха. Получилось? Давай! Да, детка. Да, детка. Боже! Вы не представляете, сколько мы это пытались сделать! Наконец-то! Непередаваемое ощущение, Антох. Пацаны, молодцы. Красиво. Дайсерт уже ходит, конечно, в тему. Да. Боже, наконец-то, да. Да, ребята, да. Галочка есть, ребят. Уф. Можно и пушить теперь. Можно еще раз такой момент сделать. На Т3, если забанят. Я не знаю. Можно FF написать даже. Это так... Блин, вы не представляете, что я испытывал сейчас. Просто такой оргазм. Антоха, сколько мы игр, вот просто по факту, сколько мы игр пытались это сделать? Мне кажется, около 10. Около 10 игр, и только сейчас это получилось. То, блин, Найкс в рейдже, то Омник в репеле, то Пуч жирный там, что-то еще тоже в репеле убегал, то кто-то добьет, жесть, а сейчас четко. Сейчас такой ты смотришь и обнаруживаешь, что у тебя запись была выключена. Не-не-не, все, Виталий, кидал, все делал, работает. У меня форса в КД. Так, у меня ульт КД, ребятки. Антоха, когда будет? А, не скоро, да? Ухожу. Подсейвлю чуть-чуть, бро. Отходим. ББ. Мы лоу хэпл. Если что, Антох, покликивай этим РПшкой, сколько у тебя КД. Вот смотрите. Я поддизабил его. У меня почти готово, но КД. Еще КД. 3 секунды. КД. Крип там стоит. КД, ждем тогда. Ждем. Алхимик там вообще дайвит жестко. Антоха, сколько? Есть. Есть? 15 секунд. Байт нужен. Омника продать надо. Омни в атаку.
Омни, давай, делай что-нибудь. Все, они ушли, один на топ ушел. Смотри, он врывается там, наркоман. Ух, жесть. Там все на топе. Ну, отошли. Наверное, отойти надо, да? Или на байте, на Омника забайтить. Клок на миду. Ну, если он репел на себя кинет, будет бегать, ничего страшного. Типа, ну, вообще. Сейчас начнет байтить. О, Хукшотович, ждем. Кто-то еще подойдет, может. О, сколько, четверо? Четверо. Ну, хоть так. Уч. Уф, давай, давай, дэмэдж, дэмэдж, дэмэдж. А, сожрал. Боже, посмотри, сколько хп. А кто убил? Трипл килл. Боже, тот же клок баганный, я забыл. Это ж 322-я, клок багнутый, тут 8 секунд стана. Так, ладно, год, это по линиям отдельно. По гнизу. Сейчас приду. Соберемся и закончим игру, ребята. Запушим. Закончим. Запушим и закончим. Let's go. Запушим и закончим. Какие дела? Вот такие дела. Смотрите, что там Хелл задумал. Да-да-да, он хорош. Я думал, у него получится. Если он еще перед этим склянку напряжет, понял? Простанет его и попробует забрать еще Рошу. Блин, у меня опсов нету, ребят. Забрал. Хорош. Хорош. Это обидно, но это приятно. Так, походу тут сейчас драка может развернуться, ребят. Но, походу сейчас Легион будет уходить. Клок влетел. Блин, Легу убили. Легу убили, да. Ну, гоу тогда Клока замутим, так сказать. Я тут бегаю, тут пуч еще. Shut up. Бро. Такой просто хук, бро. Именно, да, бро. 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 Го низ. Крипов много. Зацепил низу. Там Виталик. Да, я тогда туда не пойду. Дает. И Виталик, как он тебе с леща такого, знаешь, с разворота дал. Ну да, еще. У меня есть 16, ребят. Сейчас будет еще лучше. Let's go. Есть варды. Есть варды. Есть варды. Может тебе БКБ покупать просто после даггера? А, ты у тебя... И у меня есть. Все, я готов, я фул запакованный. У меня дискорд, 16 левела, гоним. БКБшка, все есть. Осталось только дойти до точки, собраться вместе, подбайтить и сделать это еще раз. Сейчас сила ультимейта будет в разы лучше. Уже максимально, то есть. Как раз сейчас... На пятого можно еще взять этого Титана, чтобы резист упался. Да, тоже как вариант. А он еще протянуть немножко может эту всю тему. Комбинационно. Так, у меня гембы надо. Антоха, сможешь гем взять с базы? Я куплю. Easy. Я купил. А. Ой. Ой, будьте здоровы, спасибо. Бомбочки убили. Так, хорошо. Хорошо. Ну, надо дойти, поставить вард. Правда, с центриков пока у меня один центрик. Я вот здесь вот один откну. Тыкай, хорошо. Я пойду, там вард стоит, 100%. О, тут тавр лоу хповый. Опа, ребят, ну, наверное... Ой, а, ну тут все, 8 секунд стану. Господи, ну вот этот вард, который... Как хорошо, что я гем не принес. Не могу стянуть, ренжи не хватает, ё-моё. Но мы не в пятером были, мы торопились вард туда поставить. Омник запрыгнул, суицидальный просто. Души, души его.
Мека еще есть. Во имя правосудия. Да. Смотри, что делать. Мека, а, мека есть уже, да? Хил. Мека, мека. Боже, что происходит? Ну, сейчас ты тоже там умрешь. Дэйси. Он репел СФ повесил. Я не понимаю, вакуум не жмется. Он баганный какой-то. Я на вот эту ХГ жму вакуум, он не срабатывает. Может не сработать. Ну что, типа, непроходимая зона. Да. Их много, да, в первой доте. Да. Таких, да, есть. Так, ну, на самом деле, мне кажется, нам нужно просто уже забить тогда и просто закончить эту игру. Мы так что... пытаемся сделать. Да, но мы не можем собраться вместе. Я готов. Я готов. Я готов. Ну, блин, Клокс этот с багом. Я забыл, что тут Клок конченый на этой карте. Он багнутый. 8 секунд стана, найс, классно. Интересно. Так, 3 на миду, 2 на миду. Там за тобой кто-то выехал, по-моему. Дэмэджа до хера. Дэмэджа, да, у Легиона много. Нам надо впятером просто собираться и душить уже. Просто драку выигрывать. Все варды снимают. Чё тогда делаем? Все, ган, куда? Что-нибудь надо сделать и закончить. Смок, может, есть вот смока. Смок купить и убить кого-нибудь. Есть смока. Ну, визаж сам ходит. Визажа изи убить. Ночь. Я готов. Я готов. Так, есть смока, ребят. Антох, в смок сядешь? Mm. Все. Че, идем на мид? Не, БКБшка. Ну, разведем. Смок нашей БКБшки его. Просто развести на БКБ. О, двое, трое. Аркадий, давай втроих идем. Давай втроих. Тварь. Пуш сбил. Ну, я душу. Че могу делать, ребят? Химику ГГ. Кто еще живой? Nobody. Swingers. Боже, такой бред. Мне сбил пуч хуком. Просто я идеально стоял под него. Я еще что-то там протупил с моторикой. Блин, ну эту катку лузать вообще нельзя. Никак. Да ничего. Самое главное, фрагмент у нас записан. Да, понятное дело, нам катка нужна. Вторая. С камбэком. Не-не-не-не-не лезь. Не-не-не-не-не-не-не. Что он слишком... Не звони сюда больше, пуч. Какой ответ. Пуджа убили. Хорошо, раскайтили. Заплатил налоги, получается. Можем убить? КП зажал. Лечу к вам. Давай. Но сейчас ультовать будет. КП нет, правда. Лего умер. Нету кнопок, ребят. Задизейблил. Убьем Клока? Нам не сало. Меня СФ со спины душит. Антох, убьешь Клока? Серьезно? Убил. Убил? Там СФ еще, смотри. У меня маны, блин, нету даже на колбу. Серчик, да. Бегу, 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 бегу. Детекшн дам, но я очень далеко. Очень далеко, ребят. Дал замедло. Хорошо. Гоу мид. Форсить ББ. Блин, я очень сильно просел. Может глиммер сделать на подсейвы? Это, в принципе, можешь на себя его кидать. Я ульт не кастовал, у меня маны нет, я просто просел по мане. Да не, я имею в виду просто его использовать. Да. Хорошо, там пуш, по-моему, живой. Боже, как они тут навардили. Виталик, рекомендую некров собрать. Опа. А ты что, хотел нас всех убить? А ему ГГ тут, походу. Про.
Бро, души, ты души, шо? Души, 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 петуха. Не пиши сюда больше, эй. Не души, души его. Хорошо, ломаем. Получится? Да, ломаем просто, ломаем. Нет, ломаем, скивера нет. Лего живой, ребят. Лего живой. У тебя есть ты РПшка, главное, да? Ты рядом, чтобы видеть его. Да-да-да, есть. Все есть. Велотар зашел. Я есть РП. Дал ему заморозку. Че, там все готово? Не РП есть. Ультанул. Омника убили, ребят. Антоха, надо срочно. У меня нету кнопок, бро. Бьем с руки. И так пойдет. Хорошо. Душим дальше. Маны, ребят, нету вообще. На второй только на фростбайт хватит. Едва хватает. Скоро аркан. Есть. А, нет. Фростбайт есть. Все. Душим, душим, душим. Снимаю резист. Сефрис. Фурстафа нет. Эх, ты погиб, да? Чалька. Он под ДДХ еще. Просто с колодца вышел с ДДшкой, пацан. Нету фростбайтов. Будет фростбайт чуть позже. Топ, гоу, гоу, топ, гоу, топ, гоу, топ, гоу, топ. Вторая сторона ломается. Химик, бро, где ты там? СФ в лотаре. У меня фростбайт скоро будет. Ты там его, Виталик, разминаешь, да? Или он тебя разминает? Пока вы не поняли, да? Ой-ой-ой. Есть подсейв? Дашь серч? Да. Оп, отлично. Оп, я убегу, убегу. Нормально, я СФ заморозил еще. Ухожу с ТП. Все, я ушел. Ярик, ты уходи тоже. Отлично. Не туда, а там СФ. Он его забрать, что ли, хочет? Там еще пуш. Пуш, да? Отлично. Эх. Нормально, нормально. Третья сторона ломается. Хорошо. Минус алхимик. У них очень сурово, смотри, просто. Если бы была Тракса, она уже спушила бы все. Так, ну что, на базу? Дефиться будем от ХГ. Антоха, сколько тебе там? Есть, да? Есть. О, можем, можем, Антоха, можем. Гона пойдем. Го, лечу. У меня все есть. БКБшка, дис. Дикс. Байте. Байт. Центрик. Снял. Меня не сдвинули еще. Я ультую. Я в когах зажатый ультую. Умрет, умрет, Лего. Хорошо. Хорошо. Кастую Новый год. Всех с Новым годом, ребят. С наступающим. Че, доламываем? Лего, байбек. Нету фросты. Есть фрост. Все отлично. Контролируем ситуацию. Лего без БКБ, он мусор. Даю фросту. Пудж. Пуджа накажем? Уже наказываем. СФ это да. СФ накажем. Сейчас БКБ упадет. Есть, упало. У него нету душ, он бездушный. Отлично. И заканчиваем просто. Все, обязательно надо написать, когда очень потно ГГ ЕС. О, мне арчит дали. Есть, все. Боже, как же они дефят. Пытаются дефить. Репел на него кинул, Омник! Задушим. Я умер тут. Нету ничего. Всех крипов с ульты смыл, сэр. Буйбацки. Буйбацки, да. Очень много буйбацков было. Сколько байбеков было? Байбека 4? Ну да. Боже, наркоманы. Как же они дефить пытаются. Просто. Гем, да, гем. Ну и надо доломат туда. Омник сдох, короче. Хукшот 8 секунд. Чекайте. Что он делает? Фидит. Получается так. Получается так. Пуджа. Получается так. Ну что, тогда ждем и заходим, да?
Все ресы поехали добивать. Гемпуч. Вообще плевать. Че, вы готовы, Антох? Октаринус. Или Рошана. Да не, зайдем, там байбеков сейчас нету, я думаю. Из-за этого зайдем. Химика выхукивает. Даю ему глиммера. А там гем, несмотря на это. Лего. Антоха? Эх, меня пуч выхукает, я прям так идеально стою. Но я успел раздамажить. Успел раздамажить. Ой, тайминг какой плохой. С руки убью. Уджа убиваете, да? Отлично, мы тут убьем. Заберем пацана на фамильярах. И этого заберем. Хорошо. Отлично. Все, КГ. Молодцы, ребят. Молодцы. Да. Это было круто, на самом деле. Что ж, ну все. Всем спасибо, Антоха, спасибо, Виталик. Спасибо тебе большое за то, что сделали мы то, что хотели. Всех с наступающим, друзья. Всем пожалуйста. Спасибо. Да, всем спасибо и всем до скорого. И всех с наступающим Новым годом. Химик живет еще. Опа, Антох. Ну-ка. Поехала. Кто? Люкан загрыз. Видишь, Люкан там загрыз. Вытянул к тебе обратно. Люкан там загрыз одного. И Сларка не было. Души. Хорошо. Хорошо, души. А тебе еще паф. Я его с руки сейчас тоже убью. Че, го ультра килл попробуем сделать? Ой, рампейдж. Так, го. С руки ударишь? Добью первым. Хорошо.